В Запорожье продолжается назначение на руководящие посты работников «Запорожстали». В частности, главами райадминистрации стали Константин Анода, Андрей Звегинцев, руководителями коммунальных предприятий Алексей Никифоров, Вячеслав Близнюк, Юрий Орешкин. Все эти люди ранее работали на медкомбинате. Очередным директором на этот раз концерна «Городские теплосети» стал бывший главный энергетик «Запорожстали» Александр Грек. 35-летний уроженец Днепра также успел поработать начальником отдела в компаниях «Смарт Групп», «Мединвест Холдинг», заместителем директора Макеевского металлургического завода, главным инженером управления главного энергетика на «Азовстали». Бывший директор гортеплосетей Александр Фомич теперь будет заместителем нового.